It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами обсуждать видовременную систему английского глагола, и темой сегодняшнего урока является прошедшее совершенное, по-английски это звучит past perfect. Так же, как и при обсуждении настоящего перфекта present perfect, я хочу предложить вашему вниманию схематическое изображение прошедшего перфекта. Как вы помните, голубая стрела обозначает ось времени. Красный кружочек представляет собой настоящий момент. Два желтых кружочка символизируют прошедшее действие. Прошедшее одно под номером один и прошедшее другое. Так вот, прошедший перфект употребляется для обозначения действия, которое было совершено к определенному моменту в прошлом. Обратите, пожалуйста, внимание на вот этот союз «к». Простите, предлог «к». Завершенность действия к определенному моменту в прошлом. Итак, ось времени – настоящий момент и два прошедших действия, одно из которых было завершено до наступления другого прошедшего, либо до наступления какого-то времени, указанного в прошлом. Вот вашему вниманию представляю картиночки. Картинка номер один. What happened? Что случилось? I fed the cat after the parents had left. Что случилось? Я накормил кота после того, как ушли родители. Посмотрите, пожалуйста. Вот в этот момент ушли родители, а после этого я накормил кота. То есть вначале ушли родители, потом я накормил кота. И вот это предпрошедшее обозначено past perfect, had left, after the parents had left, после того, как ушли родители. Следующий пример. He failed his test because he hadn't studied. Он не справился с контрольной, потому что не выучил. То есть вначале он не выучил, это было вот в этот момент, а потом он не справился. То есть отсутствие подготовки было раньше, а не справился с контрольной работой потом. When he arrived to the bus stop, the bus had left. Когда он прибыл на автобусную остановку, автобус уже ушел. Вот здесь настоящий момент. Прошедшее и еще одно прошедшее. Так вот, автобус ушел до того, как он прибыл на автобусную остановку. Вот в этот момент ушел автобус, и это обозначено прошедшим перфектом, а потом он прибыл на автобусную остановку. Соответственно, то действие, которое было раньше, выражено прошедшим перфектом. But the bus had left. Но автобус ушел. Еще одна картиночка. She had cleaned the room when I got home yesterday. Она убрала комнату до того, как я пришел вчера домой. Вот смотрите. Она убрала комнату. Это было вот в этот момент. А я пришел, это было после. То есть я убрала раньше, чем он пришел.
Приведу еще примеры предложений в прошедшем перфекте. I had studied English before he entered college. Я выучил английский до того, как он поступил в колледж. Вначале выучил английский, а он поступил в колледж позже. The girls had cleaned the room by the time their mother came back. Девочки убрали комнату к тому времени, как мама вернулась. Вначале убрали комнату, поэтому здесь употребляется прошедший перфект, а потом пришла мама. They had finished painting the ceiling by 2 o'clock. Они закончили красить потолок к 2 часам. Завершенность вот покраски к 2 часам была. То есть завершили работу к 2 часам. Вот этот вот предлог by 2 o'clock это индикатор прошедшего перфекта. He had finished our work before he came. Мы закончили нашу работу, прежде чем он пришел. То есть вначале мы закончили работу, здесь употребляется past perfect, а потом он пришел. They had left the port before the storm began. Они покинули порт, прежде чем начался шторм. Вначале они покинули порт, потом начался шторм. Здесь употребляется past perfect. He had fulfilled the plan by the 21st of February. Он выполнил план к 21 февраля. Вот вам, пожалуйста, завершенность действия к определенному моменту в прошлом. То есть к 21 февраля. Употребляется past perfect. He said that he had prepared well for the exams. Он сказал, что хорошо подготовился к экзамену. Вначале подготовился, потом он об этом сказал. Вот здесь употребляется past perfect. Сейчас будем говорить о том, как образуются утвердительные, вопросительные, отрицательные формы в прошедшем перфекте. Утвердительная форма образуется при помощи вспомогательного глагола have в форме прошедшего времени, то есть had. И формы причастия прошедшего времени past participle смыслового глагола. Обращаю ваше внимание, что прошедшим причастием от правильного глагола является его форма с окончанием -иди. А у неправильного глагола причастие прошедшего времени это третья колонка таблицы неправильных глаголов. Пример. I had done. Я сделал. В вопросительной форме вспомогательный глагол ставится перед подлежащим. Had I done? Я сделал. Отрицательная форма образуется при помощи частицы not, которая ставится после вспомогательного глагола. I had not done. Я не сделал. И, как всегда, переходим к употреблению прошедшего перфекта. Первый случай. Past perfect употребляется для выражения законченного действия к определенному моменту в прошлом. Обратите внимание, это ключевой момент, который вам нужно все время держать в памяти. Завершенность действия к определенному моменту в прошлом. Завершенность действия к какому-то моменту в прошлом может быть обозначена такими обстоятельствами времени, как by 5 o'clock. 5 часам, by Saturday, к субботе, by the 15th of December, к 15 декабря, by the end of the year, к концу года, by that time, к тому времени. Примеры. We had translated the article by 5 o'clock. Мы уже перевели, имеется в виду, да, то есть закончили перевод. Мы перевели статью к 5 часам. Вот вам, пожалуйста, обстоятельства времени, на которые вы должны обращать внимание. К 5 часам мы закончили переводить. We had shipped the goods by that time. Мы отгрузили товар к тому времени. Вот обстоятельства времени. By that time. Это индикатор, маркер прошедшего перфекта.
By the end of the year, he had learned to speak French. К концу года он научился говорить по-французски. Вот вам маркер прошедшего перфекта. By the end of the year. That plant had fulfilled its yearly plan of production by the 5th of December. Этот завод выполнил годовой производственный план 5 декабря. Вот вам обстоятельства времени, которое является маркером прошедшего перфекта. Случай Б. Предшествование одного прошлого действия другому прошлому может быть выражено с помощью другого предложения в past indefinite. Оно может быть придаточным, либо главным. Примеры. They had shipped the goods when your telegram arrived. Они отгрузили товары, когда прибыла ваша телеграмма. Смотрите, вначале они отгрузили товары, а потом пришла телеграмма. Вот это вот предложение, употребленное в past indefinite, оно и показывает нам, к какому моменту было осуществлено вот это вот предпрошедшее действие. We carefully examined the samples which they had sent us. Мы тщательно осмотрели образцы, которые они нам прислали. Вначале они нам прислали образцы, вот, had sent, а потом мы тщательно осмотрели эти образцы. То есть, вы видите, что одно действие предшествует другому прошедшему. We sent him a telegram yesterday, as we had not received any letters from him for a long time. Мы послали ему вчера телеграмму, так как долго не получали от него писем. Вот вам, пожалуйста. We had not received any letters from him for a long time. Это было раньше. А поэтому мы отправили ему телеграмму вчера. То есть вы понимаете, опять же, что у нас два прошлых действия, одно из которых было раньше. Второй случай. Past perfect часто употребляется в придаточном предложении после союза after, после того как, что связано со значением самого союза. After the sun had set, we decided to return home. После того, как солнце село, мы решили вернуться домой. Вот вам, пожалуйста, вот это предложение обозначает прошедшее действие, которое предшествовало другому прошедшему. Следующий пример. After the cases had been counted, I left the warehouse. После того, как ящики были пересчитаны, я ушел из склада. Вот вам, пожалуйста, придаточное предложение времени. Употребляется здесь past perfect, но в данном случае passive, past perfect passive. И следующее действие было осуществлено после действия придаточного предложения. Также past perfect употребляется после союза when. Когда этот союз по своему значению приближается к союзу after. То есть обычно после союза when употребляется past indefinite, но когда его значение употребляется, простите, его значение близко значению союза after, то есть после того как, мы употребляем past perfect. Пример. When they had gone, когда они ушли, имеется в виду после того, как они ушли, он начал работать. Понятно, да, что в этом примере союз when по своему значению близок к союзу after.
Также past perfect употребляется в сложно подчиненном предложении, в котором придаточное предложение начинается с союза before, то есть прежде чем, до того как. Past perfect употребляется в главном предложении, а past indefinite в придаточном, поскольку действие главного предложения предшествует действию придаточного. Пример. I had finished my work before he returned. Смотрите. Я закончил свою работу до того, как он вернулся. Вот вам, пожалуйста, союз before, который обозначает предшествование вот этого действия, вот этому. We had come to an agreement on the terms of payment before you arrived. Мы уже пришли к соглашению относительно условий платежа до того, как вы приехали. Смотрите, пришли к соглашению. Вот вам past perfect. Had come to an agreement on the terms of payment before you arrived. Опять союз before обозначает предшествование одного действия другому. И последнее. Прошедший перфект употребляется в главном предложении при наличии наречия hardly when, двойные такие вот наречия, scarcely when, no sooner than. В последующем придаточном предложении употребляется past indefinite. He had hardly entered the house when it started to rain. Едва он вошел в дом, как начался дождь. То есть вначале вошел в дом, потом начался дождь. Вот вам двойной союз. Hardly when. No sooner had he arrived, than he fell ill. Не успел он приехать, как заболел. Вот вам, пожалуйста, no sooner than. He had scarcely touched the pillow when he fell asleep. Едва он коснулся подушки, как сразу уснул. Ну, понятно, что вначале лег, коснулся подушки, потом уснул. Двойной союз. Scarcely when. На сегодня все, дорогие друзья. Пожалуйста, вернитесь к картиночкам. Посмотрите еще на картинки, посмотрите на те предлоги, на те союзы, после которых употребляется past perfect. И главное, запомните, пожалуйста, рисунок, ось времени, на которой обозначен настоящий момент красным кружочком, и два прошлых действия, либо одно действие, которое предшествует, а другой кружочек обозначает, ну, например, маркер к 5 часам, к тому времени, к 5 сентября и так далее. То есть ключевая фраза, которая у вас должна быть в памяти относительно прошедшего перфекта, это завершенность действия к определенному моменту в прошлом. Всего доброго, друзья. See you later. Wish you good luck.